Привет всем! Сегодня 7 июля 2013 года, и мы начинаем серию репортажей с Универсиады 2013 года в Казани, Россия. И сейчас мы находимся в деревне Универсиады, аудитория Е-303, в которой проходит церемония жеребьевки. Ну, до церемонии жеребьевки будут выступления. В частности, главный судья соревнований, международный рефери Валентин Пономарев. Валентин Пономарев представляет сейчас заместителя главного судьи Алексея Герасимова. Матьяр Крынц из Словении. Кирилл Мазаев, международный рефери из Санкт-Петербурга. Рамон Артега Мунчос из Испании. Четыре заместителя главного судьи. Контроль ракеток Александр Зарьянов. Главный секретарь Александр Александров. Он будет непосредственно проводить церемонию жеребьевки. Ну и общий контроль за судьями осуществляет председатель комитета судей-рефери ФНТР Николай Петрович Терешкин. Вы видите аудиторию, в которой присутствуют представители команд. В частности, присутствует российская делегация. Вы видели сейчас главного тренера, старшего тренера, извините, мужской команды российской Александра Николаевича Петкевича и старшего тренера женской команды Ирину Владимировну Палину. Ну вот еще раз увидите Александр Зарьянов слева, Николай Петрович Терешкин, Кирилл Мазаев, Алексей Герасимов, Матьяс Крынц и Рамон Артега. Присутствует, как вы видите, председатель попечительского совета ФНТР Игорь Евгеньевич Левитин, главный тренер сборных команд России Игорь Валентинович Подносов и президент Федерации настольного тенниса России Виктор Васильевич Батов. Все основные команды здесь присутствуют, представители: Корея, Япония, Китай. Валентин Пономарев дает краткие напоминания о том, что считать правильными цветами противоборствующих команд. Александр Зарьянов дает информацию относительно того, какие требования будут предъявляться при контроле ракеток. Ну, совершенно естественно, что на английском все выступления подготовлены. Ну и уже через некоторое время начнется церемония жеребьевки. Как мы знаем, лидеры групп будут отобраны по рейтингу, и остальные команды будут распределяться в соответствии со жребием. Екатерина Овсянникова будет тянуть шары. Ну, в данном случае сегодня это не шары, а матрешки, как вы видите. Посмотрим, насколько ее рука окажется счастливой для российских сборных. Так выглядит процедура жеребьевки. Ксения Туленкова помогает.
Заместитель главного судьи Ян Зубарь, вы видите его чуть вдали. Только что завершилась процедура жеребьевки командного турнира. И сейчас мои вопросы старшему тренеру нашей женской сборной Ирине Владимировне Палиной. Ирина, ну что, в первую очередь, каков состав нашей группы и как вы оцениваете результаты жеребьевки? Ну, у нас четвертая группа, то есть это говорит о том, что первый номер нашей группы Румыния из всех первых номеров слабый, ну, самый слабый, скажем, не слабый, а слабейший из первых номеров. Но, тем не менее, у нас третьим номером идет Гонконг, и четвертым, пятым Эстония, Германия. В итоге очень важно попытаться занять первое место в группе, чтобы потом, соответственно, не попасть на более сильный Китай, Корея и Тайпень, да. То есть вроде бы красиво выглядит, что первый номер Румыния, но так как Гонконг третий, если брать не рейтинг, а мастерство, конечно, можно легко поменять их местами. Ну да, я вижу, предстоит достаточно упорная борьба. Ирина, а кого бы вы выделили в качестве основных фаворитов командного турнира женского? Бесспорно, Китай, как обычно. Ну что ж, уже завтра в 10 утра мы начинаем игры командного турнира. И следите за нашими новостями. Спасибо, Ирина, удачи. Спасибо, спасибо. Болейте за нас. Ну и сейчас мои вопросы старшему тренеру мужской сборной России Александру Николаевичу Питкевичу. Александр Николаевич, ну, только что вот несколько минут назад уже мы знаем результаты жеребьевки. Поделитесь, пожалуйста, составом нашей группы. Ну, в нашей группе находится команда Испании и Швеции. На мой взгляд, квалификация не столь сильная. Состав у команды Швеции и у Испании. Думаю, что это будет проходной этап для нас. И я практически уверен, что мы займем в группе первое место. Важно очень это следующий, второй этап, там, где будет 16 команд и начнется борьба за медали. Александр Николаевич, ну, два слова буквально о формуле. Это сетка чистая олимпийка, да? Да, сетка чистая олимпийка, 16 команд. Для нас, конечно, важно, в первую очередь, не попасть, чтобы мы в восьмерке не встречались с командой Китая. С остальными командами, конечно, вероятность того, что мы можем победить, она значительно больше, если мы будем играть против Китая. Они победители прошлой, двухлетней давности универсиады, которая была в Шэньчжэне. И даже несмотря на то, что у них, кроме Фанбо, нет высокорейтингованных спортсменов, тем не менее, Китай всегда славится тем, что привозят спортсменов, которые не имеют мирового рейтинга, а показывают игру мирового уровня. Александр Николаевич, ну и вкратце, мы уже с вами говорили, не изменили ли вы свое мнение относительно фаворитов командного турнира? Ну, если помните, я говорил, что я выделяю команды Китая, Японии, Чайнис Тайпей. Ну, так, в принципе, оно есть на самом деле. Плюс к этому вот добавились команда Кореи, она тоже, так сказать, неизвестна для нас. Есть команда Гонконга, которая достаточно тоже неизвестна. И традиционно славятся эти страны тем, что привозят игроков, которые потом все больше и больше раскрываются на мировой арене. Но я все-таки надеюсь, что удача будет на нашей стороне, и нам повезет и жеребьевкой, и мы сможем побороться на этой универсиаде за командные медали. Александр Николаевич, ну что ж, еще раз хотелось бы от всей армии российских болельщиков пожелать удачи и следим. Спасибо большое. Будем бороться. Спасибо.